градусов. Вот сейчас уже около 9 часов вечера, немножко жара спала. Мы идем в центр города, потому что сегодня тут праздник, который продлится все 5 дней. Он бывает 2, по-моему, раза в год. Называется шоу, то есть Вохененде, Шандорское Вохененде. Там много-много музыки, я вам сейчас это все покажу. Вот, парковки все забиты, полностью негде поставить машину. Идемте вместе со мной. В городе, в котором мы проживаем, каждое лето проводят не день города, как это принято во всех городах, а целую неделю города. Всю неделю жители и гости города отъедаются до отвала, отпиваются пивом по полной, как говорится, кутить так кутить. Музыка слышна из каждого буквально закоулочка, и каждый сможет найти для себя тот репертуар, который хотел бы услышать. Как и положено при любом каком-то мероприятии, обязательно дежурит, вот такие вот палаточки ставятся, дежурит Красный Крест, который следит за тем, чтобы не стало кому-то плохо. А так как изнуряющая жара под 40-36 градусов, то, конечно, могло бы быть. Вот такие вот фирайны, так называемые общества местные, выступали. Вы видите девушку, если вы думаете, что она играет на гитаре, вы ошибаетесь, это у нее стиральная доска. Звучит это очень интересно. В каждом закоулочке можно увидеть какой-то свой ансамбль, оркестр или что-то подобное. Полюбовавшись оркестром, тут же заходим в соседний какой-то закоулочек, и тут же совершенно другой репертуарчик, другая музыка, музыка 60-х, 70-х годов. Любители все, тут очень много тут же сидящих, едящих и пьющих людей, которые заодно еще и слушают музыку, а потом еще и танцуют, и прыгают, и веселятся. У меня такое впечатление, что люди, наверное, месяц не ели для того, чтобы копили вот место, для того, чтобы все 5 дней приходить есть, пить, пить, есть. Запахи там разносятся буквально с каждого закоулочка, причем абсолютно-абсолютно разные. При том, что население городка, в котором мы проживаем, 40 тысяч всего человек, у меня создалось такое впечатление, что не менее 100 тысяч собрались как раз в центре города для того, чтобы отпраздновать этот праздник. Все 5 дней на одних и тех же площадках выступали совершенно разные группы. Их было, наверное, не менее 60 групп за все эти 5 дней. Всевозможные. То есть тут можно себе было точно найти то, что тебе подошло бы, понравилось бы, подошло бы по вкусу. Люди старшего поколения как раз предпочитали такую же музыку, как я, вот примерно такого же плана. 60-е, 70-е, хиты. А молодежь собиралась совершенно в другом месте, на самой главной площади. Вы потом увидите, там огромнейшее количество было народу. Было все очень шумно, невозможно было разобрать даже, что там творилось. Я лично такую музыку не понимаю. Там один стоял долбеж, как я говорю,
Вот. Я проскочила, старалась, вернее, проскочить, потому что там очень много народу. Все сидят, едят и пьют. И пройти там просто сложно было. В одном дворике я забрела на выступление детской музыкальной школы. Ну и зрители, соответственно, такие же детки сидели в первых рядах, прямо на полу, и внимательно слушали таких же ребят, чуть-чуть постарше, которые выступали для них на сцене. Ребята исполняли Beatles, ну, на мой взгляд, как могли. Повсюду в воздухе стоял стойкий запах еды. Не везде приятный, даже в большей степени неприятный, но вот это место, я просто очень мне нравился запах, потому что здесь при тебе же готовили такие луковые пироги в печке. Запах. А вот этот дворик, пожалуй, мне понравился больше всех. Здесь была замечательная музыка, больше сальсы, танцующие. Вот девушка меня, честно говоря, очень удивила в 35-градусную жару, придя в таких сапогах. Я думаю, что там было немножко жарковато ее ногам. Сначала было немного народа танцующих, но все-таки были желающие потанцевать. Но со временем их становилось все больше и больше. И к вечеру уже было не протолкнуться на этой площадке. И мне самой хотелось потанцевать. Но я, во-первых, снимала, во-вторых, у меня не было партнера. Хотя я заметила, что здесь очень многие партнеры просто не нуждались. Вы сами увидите, девушка танцевала сама с собой. Две девушки танцевали вместе с собой, женщины. Ну, и были нормальные пары. Вот как раз вы видите женщину в оранжевой маечке, которой совершенно никто не нужен был. Она весь вечер танцевала одна. По-моему, была очень этим довольна. Независимо от качества исполнений танцев, отлично или не очень, или совсем не важно, все получали огромное удовольствие, танцующие. По их лицам было видно, что они просто довольны, балдеют и танцуют. Мне тоже очень хотелось к ним присоединиться. Но... We'll be right back.
эти все танцы проходили в старинном 16 века замке, который расположен в нашем городе. Внутри этого замка, как раз во дворике внутреннем, это все и происходило. Mädchen fordern mehr Verkehr, die Dozenten wollen mehr Mittel und die Studenten wollen Mittelmeer. Linkshänder fordern ihre Rechte und die Rechte fordert die Polizei und die Niedersachsen fordern ihr Hochdeutsch und die Leipziger Sachsen fordern und jeder ist hier nur Patient. Das kommt mir hier vor wie eine Klinik, das keiner der. Так мне понравилось в этом внутреннем дворе старого замка, что мне совершенно не хотелось отсюда уходить. Но, наверное, придется, иначе я вам не смогу показать все оставшееся празднество. Пройдя по этой улочке, мы с вами попадем на самую главную центральную площадь старого города, где и проходило основное, так скажем, гуляние для молодежи. Нельзя не купить себе каких-то сладостей, когда проходишь мимо, их такое количество, что ты просто можешь себе позволить какую-то сладость отведать. И вот вы видите по молодежи, по тому, что здесь молодых людей намного больше, чем там, вы видите, что мы попали как раз туда, где музыка для молодежи. Вот то, что я называю долбежкой, которую я просто не понимаю. Вы можете услышать, что там такое сейчас происходит, и вы, если вы что-то поймете, то это музыка. Но я не поняла, что это музыка, во всяком случае. Опять-таки, сидящих за столами людей было просто огромнейшее количество. Вот вы видите там сцена, а это все столы, 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 еда, еда, еда. И, можно сказать, не очень приятные запахи, потому что тут же жарили, тут же все это пахло таким перегорклым маслом. И жарко, сами понимаете, не очень... Хороший запах. Ну, на мой взгляд, может быть, кому-то это очень-очень нравится.
А вот прямо, это вы видите церковь, вокруг всей церкви были любители классической музыки и вина. Вы сейчас это увидите, потому что в самой церкви проходил концерт именно классического репертуара. И там, здесь собрались люди совершенно другого направления, люди возраста постарше, хотя и были и среднего возраста, и молодые, но респектабельные. И беседовались они немножечко по-другому, и общались они по-другому, вот так вот. И слушали из открытых дверей доносящийся концерт. Но в основном люди сидели на концерте там внутри, в церкви. Очень много было народа, я заглянула и видела. Вот вы видите велосипеды припаркованные, я потом дальше вам покажу. И мотоциклы. Это потому, что на велосипеде можно выпить... Хотя немножко можно выпить и не только на велосипеде, но и на машине тоже разрешается до определенного какого-то. А вот это вы видите как раз около церкви припаркованные велосипеды. Люди, которые приехали в центр города на велосипедах. Хотя на машинах тоже достаточно, но оставлять в центре машины — это редкость большая. В основном все оставляли на каких-то парковках. Вот, вот это, как выяснилось, это рядом с церковью захоронение. На них написаны имена святых, по-видимому, тех, которые работали при церкви и их тут же захоронили. Напоследок я не смогла себе отказать в удовольствии еще раз заглянуть во внутренний дворик, где продолжались танцы. Как видите, уже там яблоку негде было упасть, столько было танцующих, уже стемнело, но люди все продолжали веселиться. Вот так прошли 5 дней. Там было еще очень много интересного. И таланты, как... В заключение хочу поблагодарить всех, кто заглянул на мой канал. Поблагодарить всех тех, кто подписался недавно на мой канал. А тех, кто еще не подписался, приглашаю подписаться. Если вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Нет, не понравилось, значит, пальчик вниз. Пишите комментарии. Пока-пока!